герой дня без галстука? Без галстуков это господин Конев. Чтобы вы понимали, человек, который рвет все на 140. Всегда, сразу. Что там скрывать? Красная, да. Красная зона у него начинается именно с этой скорости. Все, что дальше, уже можно, а то, что до, нельзя. Ну что ж, мы... Ну, ты завернулся. Да, мы, как обычно, интеллигентно подводим к некоторой теме. Сегодня Дмитрий Чижов, он же Дмитрий II, издал указ о наборе женихов в ряды его дочери. В ряды женихов. А любовников нет? Он не сказал. Но ты, кстати, можешь и это там еще не обговаривалось. Поэтому... Я? Ну, мы решим этот вопрос. Раз особых условий не обговаривалось, значит, ты можешь уже сразу... Да? Да. Так как-то без проблемней как-то, да. Легче. Ты можешь объяснить, чем ты будешь хорош как любовник, вот, а не жених? Ну, во-первых, как любовник я хорош. Это совершенно однозначно. Во-вторых, как бы у меня достаточно свободного времени на дочку, на жену, ну и, соответственно, на любимую женщину. Что там скрывать? Да. Вот. Во-вторых, ну, я достаточно обеспечен. Ездю на хорошей машине. Могу себе позволить отужинать даже в таком ресторане, как Кайметов, что там скрывать. Позволяет средства все-таки. Это Метрополь, на всякий случай. Ну, да, между нами, девочками. Ну и вообще я внимательный, делаю приятные сюрпризы. Люблю делать дорогие подарки. Дети относятся к дорогим подаркам? Конечно, конечно. Да? То есть имейте в виду, есть хороший генофонд. Красивые дети. Многие видели мою дочку, поэтому инструкции остались. Ага. А вот, например, если мы рассмотрим глубже, то есть вы еще, в общем-то, практически коллеги с ней, то есть она может играть твои треки известные. Да, мы уже обговаривали этот вопрос, да. Мы вот сейчас вот обсуждали это. Надеюсь, что мы скоро сделаем совместный трек. Я ей уже несколько раз предлагал войти в сборники. Потом выйти, потом снова войти, но пока еще не вошли. Думает, но это пока ты не стал любовником, это сложно. Да, я поэтому решил начать с малого. Слушай, ты очень креативный человек, записаться в любовники так смело позволил себе только ты. Все остальные рассказывали, какие они хорошие женихи. Да? Наивные, как три поросенка. Нет опыта гастрольной работы. Да, конечно, естественно. Путешествий по городам, которых нет на карте. Да, согласен. Ночлег в местах, где нет ночлега. Ничего вообще. Да. Сеновал, чистое поле, покрывало. Это романтичный эффект. Да. И вот поэтому я еще и хороший любовник. Ну, то есть ты можешь отлюбить в любом месте, в общем, получается? Ну, практически да. То есть ничто тебя не поставит в тупик? Лифт, тамбур поезда, туалет в самолете, просто самолет. Машина, даже... Причем малолитражный. Багажник. Ну, возможно, да. Потому что задние сиденья для этого подходят больше, но изощренные люди делают это багажники. Да, Серега, согласен. Вот, ну что ж, я не вижу никаких «но» против того, чтобы зачистить тебя в ряды, так сказать, любовников на номер один, на первую позицию. Да, согласен. Ну, как бы 140 раз не предел, поэтому... Не предел, да. Не-не-не. Ну что ж, господа, Сергей Конев... Да? Единственный человек, который сказал все от начала до конца ровно правильно, как и подобает человеку, который говорит: ты можешь на меня рассчитывать от сих и до сих, но я буду твоим любовником. Да, все правильно. Спасибо, Серега. Привет маме передай. Мама, привет. Это Таня Морозовой? Да. Таня, привет. Дима, привет. Катечка. Рассмотри кандидатуру. Сергей Конев. До новых встреч.